В четверг в кузбасских школах прозвенел последний звонок. В Междуреченске в 2019 году 521 выпускник 11 классов. Слезы, радость, эмоций много. Также в этот день выпускники дарят своим учителям и школе подарки. В 22-й, например, традиционный танец. Состоялся вальс и в этом году. Наши земляки не испугались дождя, вышли на улицу. А вот начали мероприятие в актовом зале. С отличниками-выпускниками пообщалась Екатерина Борисова. Последний звонок в 22-й школе собрал полный зал гостей. Вспомнить прошлые годы, пожелать выпускникам удачи и нацелить их бесстрашно смотреть в будущее пришли учителя и родители. Сегодня напутственные речи для них. Я искренне желаю вам, чтобы балл на ЕГЭ ниже 70 просто ни один не получил. Сегодня со слезами вспоминают 1 сентября 2008 года. Тогда нынешние выпускники впервые переступили порог школы. Полсотни школьников выпускаются из стен 22-й школы в 2019 году. 5 человек могут гордиться золотой медалью. Грустно то, что мы покидаем школу. Но все-таки это будущее. Собираюсь, я хочу уехать в другой город, в Томск поступить. Ой, надеюсь, этот вечер пройдет хорошо, без слез. Ну, хотя без них никак, наверное. Но все-таки хочется, чтобы с улыбкой это все прошло. Я учусь, потому что мне это нравится. Я понимаю, что мне нужно дальше поступать в вуз. И чтобы поступить, нужно иметь большое количество баллов. Собираюсь поступать в Томский политех на инженера. Я сдаю физику. Физико-математический профиль. Междуреченских отличников ждет большое будущее, а пока подготовка к экзаменам.